Всем привет-привет, огромный пламенный привет. Это следующая серия про наших 10 суток, про Фазенду. Вот. Я уже полдня сажала семена. Я так устала. Вообще с непривычки мои ноги, это что-то прям. Ой. Погода, конечно, прелесть. Завтра будем картошку сажать. Главное, чтобы с утра дождь не ливанул, а то обещают, что будет дождь. Вот. Что я сегодня посадила? Я наобум все посадила. То есть, что вырастет, то вырастет. Горох. Что это? Укроп. Ой, устала вообще. Редис. Вот такой редис. Какой-то Малага. Вот такой чемпион. Баклажанчики. Ну, что вырастет, то вырастет. Это все у меня в первый раз. Вот такой редис. Огородное изобилие. Я думала, это кориандр. А тут написано прекрасное. Пряная и полезная зелень. Кстати, когда начала садить, семена похожи на кориандр. Может быть, это и есть кориандр. То есть базилик. Скажите мне. Кинза. Мы кинзу сильно любим. Вот. Вот это вот кинза. Тут базар такой овощной. Да, базар такой. Это сорт такой, базар. Кориандр. Базар. Вот такой кориандр посадила. Лук-батун русский зимний. Этот, я посадила какой-то, этот еще остался. Посадила я сельдерей черешковый. Вот такой. Наверное, пачки 4. Все, конечно, поливать надо. Редьку посадила. Очень много посадила. Пачек 10 базилик. Я люблю базилик. Он дорогущий, так в магазине. А тут сам выращиваешь, да? Пришел, сорвал. Лук-порей. Кто-то любит, кто-то не любит. Нормальный. На вкус должен быть. Главное, чтобы вырос. Укропчик. О! Цукини посадила. Кабачок. Я эти вот предыдущие серии, смотрите, замачивала. Прежде чем высадить, они у меня уже дали росточки. Я в ватные диски их складывала, закрывала на тарелочку и поливала, пшикала водичкой. И через неделю уже были ростки. Так. Где же тут у меня такую редиску посадила длинную? Французский завтрак. Что еще вам сказать? Где у меня остальное-то? Сейчас, ребятишки, мои хорошие. Это баклажан. Баклажаны любим. Редька вот такая есть. Китайская какая-то. Китайская редька. Салат, конечно же, посадила. Я не думала, что я сегодня всего тут насажу. Это прям вообще. Так, продолжаю видеообзор. Вот такой вот арбузик я посадила. Скорик. Не знаю, скорик, не скорик. Вырастет, не вырастет. Так, дыня колхозница. Не знаю, вырастет или не вырастет. Тоже проращивала дома семена. Так, это дыня золотистая. Тоже проращивала дома семена. В дисках для умывания лица. Так, это подсолнечник. Завтра посадим с картошкой. Кукурузу я посадила, фаворит. Арбуз розовый, мед. Может, что-нибудь вырастет, а? Конечно, вырастет даже. Все в умелых руках. Главное, чтобы дождик поливал, а не я. Шутка. Киргуду.
Бомбил.